Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Паша Ахи, и сегодня я снимаю ролик, видеогайд о том, как играть за акс и собрать на него 6 тарасок. У меня сегодня вражеское испытание собрать 200 урона от Мелбейл. Так, я иду на хард линии света. Панцерска, дебил, блять, проебывает деньги. Так, здорово, блядь, как говорить? Здорово, блядь. Стадия планирования предназначена для того, чтобы спланировать. А, мы, короче, проебались. За нашу команду преимущественно играет Чапалах, Скайврейс Мага. А за врагов преимущественно Dragon Knight и Йогар Маг. Между прочим, его зовут Вони с жопы. Здорово, блять. Здорово. Так, первым делом необходимо прокачать. Больше дела. Блять. Прокачать Аксу предметы. Потому что без предметов он пососет хуй. Блять, ебаный козел. Так. Плюсы этого пидораса красного заключаются в том, что он очень сильный и контрит многих противников. А минусы, ебать, зашел дебил, блядь, тупой нахуй. А еще у него мало маны. Ну и интеллекта, блядь. Ну еще он дебил, блядь, тупой. Че про себя рассказывать? Че, всю прошлую игру петушил всех. Сейчас посмотрим, что будет. А сейчас ты петух, блядь. Не, ну я на нем играл просто прошлую катку тоже. Так, про Бэтрайдер. Ебать его, сейчас будем. Слишком охуевшие как. Пиздец, нахуй, блядь. Пацаны, мне пизда. Так. Ебать. Пиздец, пацаны. Вот вы даете, конечно. Так. Используем телепорт для того, чтобы попасть на лейн. Этому пидорасу очень важен фарм, потому что он и так сосет, в принципе, у каждого персонажа в этой игре. А с фармом он хоть что-то будет себе представлять. Ну, я так считаю. Многие так считают. И в целом я так считаю. Это ебать я придумал, между прочим. Да. Dragon Knight. Кто это, блять, вообще? Ебать. Ух ты, сука, блядь, козел ебучий. О-хо-хо-хо-хо. Так, один наш долбоеб. Ага, он пиздит какого-то виноменсера, блядь. Так, съем фласку и дам пизды этому хуесосеру. Как он делся, кстати? Что хуй разберешься, блядь. Опа, красавчик, ебать. Блядь, как так? Блять, ну ёбаный в рот. Ты что, нуб? Так, передо мной стоит сложный вопрос. Что собрать на этого хуйсосера? О, вот это мне нравится. Что для этого надо? А похуй. Ага, заебись. Так. Counter Helix. Понимаю, бля. Сука, блядь, ебаный в рот. А-а-а! Блядь! Короче. Сейчас я им покажу, блядь. Что это за хуйня? Радиус 60, урон 275. Ага. Шанс контратаки 17%. Охуеть. Ебаная игра про рандом. Так. Все-таки целью этого видеогайда является сбор 5 тарасок на пуджа. Блять, вот сущара нахуй, а? А, я же должен фармить, ебать. А я не забывал.
Ах ты сука. А это кто такой, блядь? Какого хуя, блядь, а? Ох, блядь! Пиздец, нахуй, полный, блядь. Что ж такое, блядь, происходит? Я попиздовал, блядь, на базу. Ебать. Вонь из жопы. Так он же против нас был. Чё за хуйня? Или за нас? А, похуй, блядь. Дебилы, блядь, ёбаный. Вот, это мне тоже не помешает, кстати. Нахуй я купил эти палки, ёбаные, блядь. Если, блядь, не помогают. Я не понимаю. Так, блядь, нихуя себе. Давай, давай. Блядь, чё ты за ним пошёл-то? Ауе. Ой. Блядь. Вот, конечно, западня, блядь, какая-то. Это что дает? Что это за хуйня вообще, блядь? Пассивные? Ага. А, хуйня, короче. Так, нам надо в бой, блядь. Этот ёбаный орк. Боевой. Так, уходи оттуда, сейчас снайпер просто тебя разнесет мне. Ладно. Так. А что мне делать второй скилл, блядь, вообще? Приводит другое бешенство, заменяю на 7 урон. А, заебись. Нихуя, блядь, сколько крипов. Давай, нахуй. Убивай крипов. Так, крипов надо фармить, блядь, это важно. Так, надо шанс слушать этой хуйни. Нихуя, блядь, что происходит? Сука, блядь, что происходит? Да ёбаный в рот, нахуй. Молодцы. Ебать, нихуя, блядь. Кто снайпера нафилил? Снайпер не нафиженный. Я его нафилил. Ура! Блять. А, чел ебал фласку чисто. А хули он, блядь, не сдох, нахуй ты? Ёбаный брат. А что у него ульта делает, сука, надо посчитать. Герой прокидается на следующего противника, но он убивает цель. Ага, заебись. Он просто чуть-чуть охуевший был, поэтому он убивает. Нихуя не понял, что делать, у меня ульта. Но это, в принципе, не важно, я здесь для того, чтобы жевать жвачку и собирать 6 раз их уже. Хуй слас, иди нахуй отсюда, блядь. Дурак ебучий, блядь. Я ушел на миду, если что. Бля, да ему вообще похуй, нахуй, по-моему. Ой, бля, спектра какая-то. Че, обратно прийти? Давай, давай. Что за пиздец, блядь, происходит? Сука, ай, блядь, нихуя себе! Я пошел. Мне кажется, снайпер со скриптами играет. Я вообще не знаю, как он, блядь, и у другого стреляет, и у меня стреляет, ну. Мы тоже. А мы где, блядь? Мы на турбо-рансеры? Или где? Или что это такое? Ох, ебать, мне пизда. Парни снизу. Парни сверху. Нихуя, что-то не пойму. Ой, ебать, это работа для... для спектры. Блядь, просто все сбежали. Я хуй приду сюда, блядь, больше нахуй. Да. Все игроки тут, а у нас снизу там, блядь. Ч
все. Такая же хуйня. Так, дальше мне это хуйня, блядь, у меня ближе. Сука, ползи, ползи, давай, блядь, еблан. Пойду на него поправлю. Опа, блядь, прилетел, ты тух ебаный. Драгонайт форме, ты ничего охуел, что ли, блядь? Так, а что мне, блядь, делать надо? Чё-то я, блядь, запутался. Я ебаный красный половин. Согласен. Или что, запиздим его? Запиздим, нахуй, чё? Сейчас я снайпера буду убивать, он меня заебал. Давай, давай. Я запиздил, блять, ебаный молнию. Ебать. Ох, ебать. Да хули он летит, блядь, ёбаный козёл, нахуй, куда я пошёл? Нихуя, чё-то не пойму, блядь, сука. Вот, блядь, не сработала вот эта крутилка ебучая, нахуй. Так бы они все, блядь, умерли. Да. Нахуй мне это вообще нужно? Так, ну это я понимаю ещё, полезная тема. Так, на я думаю, продам эту хуйню ещё, блядь. Пусть себе, блядь, сапоги, нахуй. Телепортируюсь на мид, нахуй. Ебать. 30 мана кастов, ебать. Снайпер с ДД, если чё, осторожно. Что такое ДНЛС? Так. Сносим башню, нахуй, припам. Хули он воняет, блядь, алхимик ебучий, сука. Он же позер, блядь. Какой он нахуй этот? Ну он нахуй. Да, пиздец, блядь. Вот вам и нахуй делаю вдох. Так пахнет Диор. Блять, а где, сука? Что такое Тараска? А, вот он. Ебать, так она же сейчас похуй не стоит. Типа, что тут, собрать какой-то, блять. Давай, давай, блять, 3 секунды. Вот. Ну да, хуйню собрать и все, блять. Считаю, у нее уже Тараска есть. Ура! Опа, пофармить, пофармить, пофармить. Да бей ты, ёбаный дебил, нахуй. Опа, блядь. О, пиздец, нахуй. Игра говна, блядь, ёбаный. Плюс 9 к силе, конечно же. И вот эту хуйню еще поставлю, блядь, чтобы они вообще все охуели, блядь. Экс-гаус, блять, хули. А. Хули, блядь, он. О! Правильно, блядь, стоит. Ну не ходите вы по одному, парни. Правильно, блядь. Ох, ебать, нихуя себе. Иди сюда ко мне, я с кого-нибудь точно заберу. Пойдем, пойдем. Под вардами хотя бы. Стэп он наш. Блядь. Блядь. А как так-то, нахуй? А потому что всех не было, они все вместе ходят. А наш какого хуя нет, не ходит. И
сверху этого у спектры иллюзии. Иллюзии, блять. Иллюзия, блять. Так. Осталось узнать, как играть. Так. Ну, одна тараска у меня уже, я считаю, есть. Хули там, блядь, недалеко. Осталось только убивать грибов. Да. Нужно успеть скорость приближения. Ну, блядь, весомый аргумент. Так. Вот этих крипов разъебать, да? Чё-то хуй дает. Длительность до этого. Огромно. А, заебись. Так. Чё, блядь, происходит такое? Лови его, лови, пидора. О, хорошо. Ебать, ебать, ебать. В пизду, блядь, а. И как мы съебемся? Ну идите сюда. Идем, идем. Ох, ебать. Пошли, пошли, пошли. Не, не надо туда, вы, у вас хп нету. Зачем вы туда идете? Ну ты, бля. Как эту хуйню разобрать? Вон там этот. Если не забрали, конечно. Продать, нихуя себе продать. А где я? А кто я, блядь? А, вон он я, блядь, ебать, пиздец. Вот так вот, блядь. Ага. Ну мы не сильно проседаем по киллам. Я считаю. Хорошо. Надо ему дать 5 минут космоса. Так, спектра, блядь. 25 хп на. У спектры. У бэтрейдера 19. Ебать. Стой, алхимик, не надо. Сина косы, нахуй. Так. Что? 700 денег, нахуй. 700 денег, и у меня будет первая хёрт-эстараска из 6. Это успех. Если так убивать, то в первую очередь снайпера надо убивать. Получается так. Сейчас я постараюсь его догнать, он по-любому сюда придет. Как раз он, блядь, для убийства. Да, а, это тема, блядь, полезная. Что там для убийства, блядь? Урон при неудаче 300. Здоровье для убийства 600. А противника должно быть 600. А урон при неудаче сколько, блядь? 300, заебись, охуенно. Достаточно сильно. Теперь помогите мне, блядь. Сейчас, сейчас. Да все уже я снимал. Сука, убрал варды. Пошли варды поставим. Пшли, пшли, пшли. Ура! 200 денег осталось. Вообще походи. Ебать, а что такое? Это кто нахуй?
пиздец, блядь, а хули я не могу атаковать? Алло. В чем смысл? Блять, сука, как он сам ко мне оказался, у меня оказался, блядь. Плюс 65 хп в секунду. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Это мне надо. Так, телепортируемся. Мне кажется, мы не выиграем это, вы как думаете? Да. Чё-то, блядь, спектра слишком охуевшая, по-моему. Так, фармись, братец. У меня почти 5 соров сексовано. Главное, чтобы Акс залетал в этот, а там уже, блядь, и снайпера убивают. В натуре, блядь. О, чуваки шарят, блядь. Так, сейчас с волков ёбаных разъебу. Забери там этот, что-то забрать? А, ДД главное забрать. Так. Что там радиус? Урон от Battle Hunger. О, блять, эта хуйня урон носит, заебись. Полезная тема. Эта хуйня все-таки, блять, не помогает что-то, блять. Спектра нахуй, но если ломит какую-то хуйню миссию, блять, радостная, нахуй. Хуй пробьешь, как называется. Хули, блять, сука. Твоя, блять, смерть, дурак, нахуй, ёбан. Плюс 100 урона по одному любого снесу, а вот, блять, когда толпой на него. Пойдем найдем кого-нибудь. Вон, что это за крыса ебучая, блять, летает, пойдем разобьем. Так, мне вот эта хуйня, блять. Ой, больно пиздатая, блять. Чё-то не видел ДК, но он здесь на базе, а уже здесь об АПК стоял. Постой, Акс, стой. Так, нахуй. Ситуация не из простейших. Я бы даже сказал, что силы света в жопе. Блядь, интересно, смогу к ним залететь? Давай. Пойду вард поставлю хотя бы под этим. Со скоростью свет. Кто такая света? Если у них самих нету, конечно, здесь варда. Так, всего 400 денег. Нахуй, это 3 крипа убить. Одним словом, 2. Это слишком охуевшее, бля. Только брони дали. Ой, снайпер, ой, дурак. Алхимик, беги ко мне, братец. А, это, этот. Ксерокопий. Убрал эти пидоры, варды, нахуй, сука. Вот здесь жирный аг, забирай их. Ай, бля, слишком сильно не заходите, да? Да. Хороший день. Охуенный день. 130 волны. День. Не стоит, не стоит, не стоит.
Так, а что мне прожимать? Куда эту хуйню прожимать? Ага, хуйня, блядь, не надо так нажимать больше. А вот это вот надо, блядь. Это пассивненько еще. Нету с нами еще. А вот это вот занесено. Короче, у меня только пассивка, ебать, которая 20% шансом кидает его. Но это, блядь, совсем не серьезно, по моему подсчету. Так, ну как я понял, вот эта хуйня повышает шанс на вот эту хуйню, потому что они все меня бьют, да? Да. Отвечает. Хорошую можем забрать, нет? Можем. А, не можем. Забрали, блядь. А как, ДК же вышел вроде, нет? Вошел, блядь, вышел. Так. Ага. Заебись. Ну типа я тоже. Надо досты взять еще, чтобы снайпера ловить. Ха-ха-хи-хи. Больше чем уверен, что он. Ебать. Да пиздец, блядь. Нахуй они меня поднимают. Пиздец, 5 к силе. Ну заебись. Ебать. Прагматиты пропадом. Ага. Охуенно, блядь. Охуенно. Пацаны явно не справляются. Зафидели снайперы и сидят радуются, пиздец. Тут в любом случае снайпера надо охранять по... Я не знаю. Нахуй выходят его пиздец. Фантомка не сильная пока еще. Ничего нету. Так, хуйня, хуйня. Все, они все закрыли нам, мне ничего не видно. Но... А че, блядь? База долго захватила, блядь, нашу свободу. Пиздец. Еще раз. Возьми нейтральный там себе, там это колечко до вашего не будет. Мои люди не умеют играть доту. Пиздец. Моё. Хули я промахнулся, я могу снайпера забрать. Пойдем заберем. Блять, какого хуя? Собрал, блять, у них варды стоят тут. Да дробка, чё ты убегаешь? Бля, хули он бессмертный, нахуй, сука. Пиздец, у него лох хп. Блять, вроде бы снайпер, нахуй, да? А он, блять, у меня хп, нахуй, меньше, чем у снайпера получается. Охуеть просто. Так, мне вот это надо, блядь, срочно. Мне кажется, через минуту у нас уже, блядь, не будет живых, потому что, блядь, Бэтрайдер. Какой нахуй Бэтрайдер, блядь? Спектр и снайпер элит, блядь. А, я сам донатил, нахуй. Так. Ну, две тараски уже есть, и я считаю, это успех. Потому что не каждому дано за полчаса собрать две тараски, блядь. Я понимаю, там после получаса там уже собирать первую тараску, там то вторую. Но две тараски, типа, за такое количество времени собрать довольно кислотно, особенно с такими прокачанными противниками. Вот. Победа. Победа — это всегда хорошо.
Так, Асмастер. Ну все, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Желаю вам собрать такой же офигенный сетап на Акса, как у меня, чтобы вам выпал пояс на Common. Пояс на Common. And provide Skirt All the Gods. Всем спасибо, всем пока.